I wanna be the last one standing when our affair is through. I wanna be the last one standing, baby. I get to walk away from you. Turn the table on those blues. I get to walk away from you. Что за двигатель? Ну, обычно двухлитровый турбовый двигатель. Ну, EG20, да? Но. Но комплектация не стишная, так я смотрю. Ну, стишная, но все это как бы заводская, ничего такого нет. Просто все стоп голый, да? Ничего как бы не корчевалось. Не делал. Слушай, ну а почему такие узенькие-то? Ну, такие заводские колеса. В смысле, вот так вот раллийная тема, вот именно, да, чтобы она узенькая была, да? На зимних ралли вот так все ездят. Но она круто идет. Чтобы в этом регламенте. А сам-то Левин не модифицированный, ничего. Вообще просто на стоке. Ну хоть 4 AGE. Конечно. Ну слава богу. Ну хотя бы. Не, ну я Субаря в прошлый этот там ехал на квалификации. Хотя у него двигатель мощнее. Видимо, уже чисто рулежка. Он боком дохуя, видишь, мощности до хера, да, 4BD, он повороты, ну, как бы, он на них сбавляет, она шлифует, и он как в дрифте проезжает, Да. На этом просто, блядь, насколько наклонил, настолько наклонил. Стоковый B16? Стоковый B16. Была идея сделать гибрид колено от Интегры, шпаны от Интегры, поршни от B16. Нормальный мутант. Степень получается 13,5. Ты уже проехался? Чё, как? Нормально. I get to walk away from you. Turn the table on those blues. I get to walk away from you. На Панфиле 13. И заслуженная победа. Класс за 3. Отдаются. So I'll just do what's right. I'll change the rules of your game. This time you'll feel the pain. I wanna be the last one standing when our affair is through. I wanna be the last one standing there. I get to walk away from. Turn the table on those blues. This time you'll feel the pain. I get to walk away from. Turn the table on those blues. This time you'll feel the pain. I wanna be the last one standing, baby. I get to walk away from. Потому что все, кто